Номер один, и вот что значит тренерское доверие. Играет, оправдывает доверие, играет очень уверенно. А если ударить, вот и следует удар поворотом Омельченко, и какой удар! И какой удар! И этого удара никто не ожидал от Вагнера Лава. Не совсем привычный гол для Вагнера, но этим-то и опасен этот нападающий, и этим он хорош. Неожиданно решился на удар, метров 28, наверное, было до ворот, и бил без всяких помех. Никто не попытался сблокировать, никто не попытался помешать. И, конечно, Вагнер достоин восхищения. Вот в этом чемпионате у ЦСКА штатный пенальтист Алан Дзагоев, который забил два пенальти из двух. Но Дзагоева сейчас на поле нет. Кто будет бить? У Хагуша четвертая карточка, он пропускает следующий матч. Омельченко отразит. Будет. Очень уверенно действует бразилец. 2-0 на исходе первого тайма. Можно только посочувствовать Ростову при в целом равной игре. В концовке первого тайма немного, может быть, устали, может быть, потеряли концентрацию ростовчане. Сначала позволили Вагнеру пробить с дальней дистанции, потом очевидный фол был против него же. И здесь Омельченко прыгает в одну сторону, Вагнер Лав уверенно слает мяч в другую. 2-0. Ну что, солидное преимущество армейцев. Забил Вагнер.